С начала года Одесский оперный театр готов сражать зрителей лучшими постановками сезона. Уже третий международный фестиваль «Зимний променад» пройдет с 22 января. Откроет его балетом Римского-Корсакова «Шахерезада». На сцене театра спектакль впервые поставили в 1927 году. И уже совсем скоро одесские театралы смогут снова насладиться балетом. Этим же вечером в оперном покажут постановку «Кармен Сюита», а уже в начале февраля «Болеро» и «Жар-птицу». В связи, опять же, с пандемией мы поменяли план нашего фестиваля, потому что нашу главную работу прошлого сезона, вернее, этого сезона, но прошлого года, спектакль «Катерина» Александра Родина, именно из-за остановок в нашей работе мы вынуждены были перенести на март. Подготовка к главной премьере фестиваля «Шахерезада» все еще продолжается. Творческая лаборатория театра заканчивает работу над костюмами, а артисты оттачивают хореографию. Она, к слову, хоть и приближена к восприятию современного театрала, но все же сохраняет приверженность классике. Спектакль очень красивый, яркий, красочный. Восточная музыка, восточный темперамент, эти образы, характер героев. Это очень интересно. Я думаю, что так просто это не описать, потому что в репертуаре нашего театра такого спектакля нет. Здесь это темперамент, в первую очередь, образы, которые очень у нас довольно-таки трудно лепились, тяжело, но я думаю, что у нас это получилось. Помимо насыщенной балетной программы, в театре подготовили оперу «Набука». Руководить оркестром 6 февраля будет победитель международного конкурса имени Тосканини Виталий Алексеенок. Кроме того, одесская опера ориентируется и на совсем юного зрителя. «Зимний променад» приглашает детей на развлекательную программу «Путешествие в оркестр», которая пройдет под музыку популярных современных мультфильмов в исполнении оркестра опера. Це подорож така гра, коли дитина поринає в світ музики і починає розуміти, що це за інструмент, як він подає той чи інший звук, як взагалі працює оркестр. Ми запланували цілий комплекс дитячих заходів. Це будуть і квести, і прогулянка за лаштунками сцени. Дитина приходить, але ціль наша дуже головна – це виховання дитини, але не лише дитини, а разом із класним керівником, з батьками, які прийдуть в театр як сімейне відвідування вистави. В завершенні фестивалю зрителям покажуть оперу «Мадам Баттерфляй». Помимо українських постановщиків, над спектаклем працювали спеціалісти із Австрії, Германії, Нідерландів і Франції. В 2019 году спектакль тепло прийняли на європейських гастролях. Білети на всі события фестиваля уже доступны онлайн і в касах Одеської опери. Тетяна Борумбей, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».